Клиенты Сбербанка, являющиеся абонентами компании Тинькофф Мобайл, получили возможность оперативно уточнять сумму рекомендованного платежа за услуги связи и сразу же осуществлять его. Для этого в мобильном приложении или веб-версии Сбербанк онлайн необходимо войти в раздел «Платежи», каталог «Мобильная связь» и выбрать поставщика услуги компанию Тинькофф Мобайл. Больше новостей на нашем сайте.